Can't believe what's happening at all. Всем привет! Димаш Кудайберген с большим успехом провел сольный концерт в Будапеште. Артист опубликовал видео, где выразил благодарность всем зрителям на своей странице в социальной сети. Огромное спасибо всем моим дорогим слушателям из 77 стран мира. Спасибо, Будапешт. Конец цитаты. Все разъезжаются после концерта, и зрители, и музыканты. Димаш и его отец Канат Айтбаев в этот раз в аэропорту были без огромной привычной группы провожающих, как это было ранее в Китае. Скромность и еще раз скромность. Но вот некоторым счастливчикам все же удалось снять видео и сфотографироваться с кумиром. Теперь вы еще раз можете наблюдать артиста в простой обстановке вне концерта. Посмотрите вот на эти замечательные кадры, как поют бэк-вокалисты в аэропорту. Вот так коротает время творческие люди, ожидая рейса самолета. Думаю, соседям по залу очень повезло наблюдать вот эту картину. Друзья, вы спрашиваете, где можно посмотреть видео со всего концерта? И проводилась ли профессиональная съемка? Друзья, скорее всего, специальная профессиональная съемка не проводилась. Во всяком случае, не было видно никаких специальных операторов.
Как вы сами понимаете, для того и концерт, чтобы на него ходили зрители, а не смотрели готовые видео на YouTube. Спасибо вообще за то, что было разрешено снимать и вести прямой эфир. Обычно на такого рода мероприятиях запрещена съемка, и охрана концерта внимательно следит за нарушителями. Так что будем радоваться тому, что есть, и самим посещать концерты Димаша по мере возможности. Кто был на шоу, пишут восторженные отзывы. Вот комментарий на одном из наших YouTube-каналов от зрителя с ником Максим Соленко. Ох, и какой же я кайф получил от этого концерта. И ни разу не пожалел, что взял отпуск на 2 дня и потратил 40 тысяч форинтов. Это примерно 100 евро. Хоть и акустика не очень была, но шоу просто бомба. И общение со зрителями. Море впечатлений. Как же мне повезло, что я живу в Венгрии и без особых проблем смог попасть на концерт, купив билеты для себя и жены за 2 месяца до. Конец цитаты. Вот такие положительные эмоции у наших зрителей. Посмотрите, как хор из польского фан-клуба поет под управлением и хорошо известной вам пани Терезы казахскую песню из репертуара Димаша. Bye.
вами был Петр Грик. Всем счастья и здоровья. До следующих встреч на нескольких каналах о творчестве Димаша Кудайбергена.